16 марта исполнился бы 51 год со дня рождения нашего земляка, героя России Дмитрия Разумовского. Он погиб в начале осени 2004 года в Осетинском Беслане при освобождении местной школы номер один от террористов. Память героя в Ульяновске по традиции почтили возле установленного ему памятника в центре города. Цветы к монументу возложили ветераны спецслужб, представители осетинской диаспоры, спортивных и общественных организаций региона. Группа пошла, собственно, на выполнение задания спецоперации. Вот. Но Дмитрий, идя на боевую точку, уничтожил двух бандитов. Но, к сожалению, сам погиб от снайперской пули. Тот подвиг, который совершил Дмитрий Разумовский и его сослуживцы, защищая детей Беслана в сентябре 2004 года, жители Осетии никогда не забудут, потому что его ратный подвиг, его мужество при защите детей, это сложно оценить. А в стенах региональной спортшколы по боксу в день рождения Дмитрия Разумовского завершились традиционные соревнования, посвященные ему. В свое время Дмитрий сам занимался боксом и даже добился серьезных успехов на юношеском уровне, став победителем первенства страны. Нынешние соревнования собрали не только юношей, но и взрослых спортсменов, в том числе гостей из Казахстана, которые провели матчевую встречу с ульяновскими боксерами. Победа в ней досталась хозяевам. Любой поединок, конечно, не будет легким. Соперники всегда достойно попадаются. Но я, конечно, готовлюсь к ним и хочу побеждать, к этому стремлюсь. Я думаю, турнир удался, прошел на хорошем организационном уровне. Ребята показали хорошую технику, мастерство. В финале мы пригласили боксеров из города Актобе, Республика Казахстан, где вот сейчас проходит там последний бой. Матч и встреча удалась. Нынешний турнир памяти Дмитрия Разумовского был третьим по счету и проводился по девизам «Спорт против террора».